Сегодня у нас 29 сентября 2021 год. Тут вот у нас сегодня пасмурная такая погодка. Ну ничего. С утра я лепешки пек. Вот я сейчас -то покажу. Вот такие вот лепешки. Вот. Это вот примерно вот такая толщиной. Это потолще немного. Вот хорошие получились. Не подгорели, ничего. Сейчас что делаю? Игнат Тихонович сегодня ходил и собрал черноплодку. Несколько видел. Сейчас он делает, что он перебирает ее. Сейчас вот покажу. От лишних листьев. Потому что когда собираешь, что много мусора попадается, веточек. Вот он сейчас ссыпает это все. Это ничем не отличается. Вот краска, которая безвредная. Что это? Сколько я набрал сегодня? Ну, ведра 3. За сколько времени примерно? Не могу сказать. Ну, сейчас мы начали есть. А я пришел, кажется, 10:30. Ну да, где-то тогда. 11, 12, 2,5 часа. Угу. Это вот. Я просчитал, еще она, не знаю, понижается или повышает давление. Сейчас какое-то с давлением связано. Сейчас я от листика освобожу. И вот ученые в Германии нашли, что против этой заразы, против о чем много кричат, она помогает. Черноплодная рябина и корень солодки. Как, какой пропорции, что ничего не знаю, я так и слышал. И насколько помогает, не знаю. Но зачем бы они говорили это? Тем более тут химии нету. В сельской местности нету ни от паровозов, выхлопных газов. Если вот, допустим, что-то растет, ягода, недалеко от дороги. Ну там ядовитое все, говорит, брать нельзя даже. А здесь хорошее все. Здесь листики. Я на них не смотрел, листики падают там. Это уже. Может, с листиками захватить. Я сейчас убираю. Ведро для мусора. Ну, почти ни одного листика нету. Там мне теплой воды сделаешь, я вымою руки. Это последнее ведро? Да. А Надежда Васильевна вчера там что-то с ведерком ходила. Она забрала? Нет, стоит. Но она у нее чистая. Она что будет делать? Не знаю. Я не знаю. Может быть, попутно ей помочь что-то надо. Но я слышал, она одно набрала, а второе нам набрала. То есть я не знаю. А она уже унесла что-то домой? Ну... Или вот это одно ведерко у нее? Я не знаю. Вы же у нее спрашивали-то. Ага. Ну, я уже не буду там выбирать. Сама она. Большой противень. Раз, два, 63 сантиметра противень. И 40 сантиметров шириной. По нему раскатываю. Ну, а листик его, видать, и вот он на дне остается или вверху. Видишь, только начало уже выбрано. Я сколько тут перебрал? Третье ведро. Это ведро я не знаю, а вот тут побольше, как будто 13,5 литров. С кучей вот так вот их вверх. Вот считай сколько. И сколько это будет стоить на базаре. Это 15-литровые. Вот 15-литровые, значит, что, 30 килограмм, да этих может быть 10-литровые. За 2,5 часа. А ты-то сколько брал? Тоже. Ну я 2/3 набрал ведро. Ну вот. Немного. С лепешками ловишься. А я здесь вот вожусь. Мне эта работа нравится с черноплодной. Это не подой ягоды, прям пучок собираешь. Она не давится в руках. И есть ее много нельзя. А когда берешь что-то там другое, там поневоле в рот попадает. А это нет, несколько ягодок и чувствуешь нельзя. Я только вот не могу сказать, то ли повышает она давление, но лекарственное, это точно. Иначе бы ее так не ценили. В прошлом году это у нас было. Мы сколько ее набрали?
Ну, мешок где-то 1,5-2 ведра. Так мы сколько таких мешков и подарили, и кто тут приезжали, церковники, всех наградили. Вот сейчас я покажу, как я высыпаю. Мне нравится, дорогой мы ездили, я не это зачинить, пуговки пришивать, с иголкой сидишь. Может, мне надо было портным быть в жизни, не знаю. Ну, не шить, а починять я люблю, чтобы дыры не было. А проработал печеньком 40 лет. Я сейчас все делаю, все рассматриваю. Власти не давали. Не давали, и получилось на пользу. Если бы власти-то не гоняли, не трогали, многого бы не было у меня. А теперь, куда ни гляну, я не сам это делал, меня туда толкали. У меня как бы вынужденное все это было. Ой. Ну, смотри, как тяжело. Так я его наставляю. А чтобы она за край тут не пошла, или вот здесь, я вот это самое большое место -то и угребаю. Ну, видишь, вот когда она сейчас дойдет, что все. Сейчас я еще раз проверю, там не попало ли. Вот. И вот последнее. Вот ведро. Внизу брат Владимир поставил. Это то, что у нас осталось от арбузов. Небольшие арбузики. То, что мы собрали. Пока понемножку видим их. Вот оно, что у меня. Видишь, как он видит все. Сколько листьев. Да, да. Руки надо чисто. Я думаю, нет, надо быстро брать. А тут я выберу в комнате. Ну, блестят, гляди. А тут-то... Как после угля. Да. Котя пришел. Туда, ко мне приходил он. Еще одна плотка. 4 куса, еще одна плотка. Кто садил? Видать, Калашникова. Может быть, Петр, Ледаки или ребята. Мы молимся о них. Хорошее помещение досталось. Они уехали в Томск. Мне главное вверху голубятня. Голубятня. Это большое дело, голубятня. Да. Которые говорят, а какая от этого блюда выгода? Ты за деньги не купишь, настроение хорошее. А я залезу, гули-гули, они воркуют, смотрят. А раньше было, я кормил их, они на руки, на улице стою, они летят на руки. Я как-то привез из города сюда. Потом вижу, его нету. А голубятня у меня, можно показать даже, номер один. А крыша от земли 9,6 метра. Ну нету ее, нету. Я тогда так громко стою, гуля, 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 гляжу, он чуть не по сободах, где-то ниже. Это новое место для него. Летит оттуда и прям ко мне на руку сел. Это такого счастья человек, который не любит. Вот у нас «Алтайская правда», это губернская газета. И там работает Наталья Сохарева, как журналистка. Она получала грант, как называют там, то ли президентский, или губернаторский, но не ниже. Мина пишет хорошо. И вот большую статью поместила о голубях. Заголовок. У злого человека голуби не живут. На другой стороне там, кажется, написано. У злого человека голуби не приживаются. Вот так. Вот. Откуда она знает? Оказывается, была интервью у голубятников. И там решение было принято. Чуть не в каждом дворе, как раньше было в Барнауле, были голуби. Народ другой был. А у меня тут противников, которые там что-то против имеют, никогда не было. Но я когда узнал, у меня сестра, она старообрядцев, я говорю, а ты узнай у них, есть, нет голуби у кого. Она расспрашивала, пришла, говорит, братка, ни у кого нету. Но недавно один появился, в Красноярске, говорят, есть, у него голуби есть. Я говорю, когда? То он недавно пришел от никоньян, то есть православных называют никоньяне. Вот и все. Так у нас, говорит, когда храм строили, бывает, голуби прилетают, их бабки кирпичами кидали на них обломками. Вот я не знаю, как, что, но я знаю, даже бывает уже осужденный при тюрьме, вот я сидел, и там голуби, бывший храм, высоко так, и ставят такой, такая у него слабенькая статейка, но оставленный при тюрьме, при СИЗО.
Эти люди, которые с голубями возятся. Вот я знаю, Зыкина Людмила держала голубей, Брежнев Леонид Ильич, а Сталин не держал. И Ульянова не было. А это был, как-то люди роптать начали на этого, на Брежнева. А у него брат, я не знаю, как-то Павел или кто, Леонид Ильич. А я не знаю, что бы при Лене, Леонид Ильич, при Лене же все в магазинах было. И так было, и почему так недовольны-то? Ну и лучше получилось. Страну разбазарили. Не то там голубей, людей-то ненавидят. Головы готовы что угодно сделать. Только себе, чтобы набрать. Ну нельзя так. Не работали, вдруг страну разделили в Америке. Я вспоминаю, я тебе выбрал Скуратов. Прокурор Российской Федерации разговаривал с Березовским. Боря, а ты что же в Израиль-то не едешь? Не знаю. Проснуться и думать, как тебя 10 миллионов думают обмануть, говорит. Вот это отзыв. А он-то сам-то их родной по природе. Когда так маленько смотришь, интересно. Я вот знаю, сколько с голубятниками, знаю, с необыкновенной доброты люди. У меня обычно зимой в комнате живут коробка, выводят. Здесь две голубятни, а нынче было три. Переселил я их. Мыши появились, и надо было их расселить. Породистые, беспородистые, кошек запустить. Видишь, сколько дают. А когда мне что-то бывает так уставшее, я залезу на это место такое, они меня не видят, а я их вижу, как они летают. Детишек кормят, как голубь ухаживает за голубкой. Никакая птица не ухаживает так за голубкой, это за иного пола. Нету, я нигде не видал. Ну что, курица, петух гонится, пока не догонит. И говорит, не догоню, так согреюсь. Даже пословица. Гусак тоже гогочет, а это, он с ней целуется, за клюв возьмет ее. Да ухаживает как. Вот это надо видеть все. Вот, а если взять по уму, самая глупая птица – это голубь. Никто так не глуп, как народ мой Израиль, Господь говорит. Ефрем там еще. Вот, что-то же есть. Самое глупое из животных, вот я как знаю, это овечка. И Господь овцу избрал. Самый глупый голубь. Птиц тысячи разных. Господь избрал голубя. И Дух Святой в виде голубя. Вот все это попутно сказать. А, конечно, не черноплодка, а виноградная кисть Богом избрана. Из деревьев, какие там, из кустарника. Вот так, попутно сказать. О чем надо думать? О любви Божией. Как Бог любит, дал. Вот. Я как-то считал, медицина Южной Америки, там Перу, да разных, Коста-Рика. Лекарство, говорит, такое, что человек предпочтет, говорит, болеть, чем лечиться. А почему? Ну и из чего составляют? Ну если я болею, я буду пить. Не будете. Как вши. Там высушивают с какими-то жуками. И это надо настойку делать и пить. Я уж не знаю, так и изболелся бы, если стал. Так я сказал, нет, не он договорил, будешь. Ну я же не думал, что вши там пойдут в лекарства. А другого нету. У нас и крапива, и все целебное. Почему? Грех разнообразен и лечение разное. Вот какое дело. Это я попутно все. Начал-то еще, как дед Щукарь говорит, еще начал, говорит, сам не помню, не трожь меня, то так вину, что не догонишь. А то у меня отец был так. Вот пилим дрова, он на руке был с фронта, руку потерял под Смоленском. И вот пилим, а он, смотри, деревню, о, Семенов гусак. Он пошел за спиричной гусихой, дуралей такой, своих три гусихи парят, а чужой пошел. Он скатился с спирич, а спирич это за этого Дерябина, это вышло не зря, это вот такое-то, да, у нас там было, за раскулачи, они тоже Дерябин, такой мужик был, и жеребец хороший. Уж чего начали, он их, одно со мной на надмотор, я от отца это усвоил. Был бы момент рассказать новое, интересное, о чем я думал. Вот я думал о голубях, а в это время тут подвернулся
ну, тут что сказать, черные плоды. Вот, я это все вспоминаю. Любой день можно есть. Запаривают, вот сейчас Владимир Александрович там печку тот, еще ты, это как ты, завариваешь или как? Варю. Варенье с сахаром. Вот так. Вот это все у меня, да? Ну, наверное, я не видел. Меня уже сейчас отпускаешь, я не нужен, да? Да. Спаси Христос. Слава Христу. Сейчас я вот остатки здесь сгоню. Нет, я не боюсь, когда листики беру, коренду или смородину, малину. Я вычищу все это. Главное собрать. О, еще тут один листик. Ну, листик он никак, на листике можно его, когда будешь, сваришь, чтобы отсосало все. О, а ну-ка я попробую поднять. Ой-ой-ой, это 20 кг, у меня позвоночник такой. Благодарю, что доверил мне такую важную работу. Слава Богу. Спаси Христу. Слава Христу. Так, теплой воды мне дашь помыть? Угу. Пошел на кухню. Там я еще не показал, что у меня варится-то в кастрюле. Варенье там. Вот я сейчас покажу, сейчас еще. Где у меня тряпка тут? Руки брось на улице, пальцы никто не подберет. Я шарика откормлю. Ну, всегда даешь, что там белое все. А окрамляется вот такие вот черные колядки. Как она, как краска красит или что? У человека та же. Вот все удивительное. Жизнь прожил, кажется, и ни один вопрос не ответишь. Такие простые житейские. Почему? Вот когда человек говорит, Бога там нету, да ты выйди. Это Монтень говорил, французский там идеалист. Отрицать Бога под звездным небом или у гроба ближнего может только идиот или явный преступник. Вот у меня такое выражение было. Вот и все. А тут, когда веришь, вот я беру один, размышляю, там пою, я... Сейчас бы этих братьев еще найти, чтобы вышли, сказать им, что мы уезжаем, поторопились с бульдозером. Мы работаем, и любой со стороны посмотрит, в грязи возятся, тут пруды какие-то, дороги делаем. А нам радостно. Вот я приехал сюда, и каждый день дважды вывожу собак на прогулку. На цепи, ну, по поводке, 260 прогулок за 4 месяца 10 дней. 260, независимо от погоды. Вот, это надо любить тоже, и собаку, и прочее. Вот это как. Дай-ка сюда. Слушай, я давно хотел это похлопать ее. Дай-ка. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Вот так. Я пойду на улицу похлопаю ее. Милый. Ну вот так вот, слава Богу.